В Якутии подали больше 3000 заявлений на получение дальневосточного гектара. По информации Министерства имущественных и земельных отношений республики, с 1 по 20 октября поступило 3157 заявлений о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование. Из них через федеральную информационную систему поступило 3017, в бумажном виде 140. 540 заявлений аннулированы гражданами. Добавим, что лидером по количеству поданных заявлений о предоставлении земельного участка является Хангаласский район.